Так, ну вот. Горох привезли. Отходы, вернее, гороховые. Хороший. Можно даже сказать, чистый. Ну, вот этот сверху. Шелуха. Ее не так уж и много. 2 гривна килограмм. 2000 гривен тонна. Я взял 3 тонны. Добавлять процентов по 10-15. Будет отлично. По таким деньгам, думаю, ну что бы и не взять. Тем более с доставкой. Доставка недорого. 250 гривен доставка. Отлично. Очень доволен. Друзья, покупировали хвостики, покололи железо, пооткусывали зубы, и все нормально, все хорошо. И покастрировали кабанчиков. Всех кабанчиков покастрировали, так что все кастрированы. Это им получается 3 суток. Уже сегодня 3 суток. Все живенькие, здоровенькие, все хорошо. Я им еще предстарт не ставил. Думаю, поставлю или с завтрашнего дня, или с 5-го. Когда были клыки, сильно друг друга кусали за морды. А сейчас уже успокоились. Клычки пооткусывали. И все. Всех похолоштовали. Маша, 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 Маша. Водичку я им ставлю, тоже пьют. Ну, я, грубо говоря, с первого дня воду ставил и заметил, пьют. Немного, но пьют. Оно жарко, думаю, пускай. Лучше как лучше. Кукляшки скоро уже опоросик. Сегодня поехал на рынок. Ну, вообще по другим вещам. И смотрю, молодой паренек гусят продает. Просил, почем, он говорит, 100 гривен. Ну, думаю, ладно, что-то захотелось взять, не знаю, почему, но взял, думаю, возьму гусят по 100 гривен. Думаю, поеду домой, сейчас возьму деньги и коробочку. У меня банановый ящик, думаю, возьму банановый ящик и приеду, куплю. Ничего ему не сказал, нет. Уехал, короче. Через минут 40 приезжаю, думаю... Ну, подойду к нему, что почем спрошу. Говорю, почем гуси? Он по 80. Я говорю, да были по 100 недавно. Он говорит, да я решил уступить по 80 отдать, чтобы быстрее забрали. А я думал взять 10 штук. Он говорит, да бери уже всех 15. Так я 15 штук по 80 гривен и забрал. Это им где-то по 3 недели. Ну, нормально. Я им корма намешал. Воду вот так пока поставил и сюда налил. Еще такие шуганенькие, но я думаю, пускай будет. Никогда не держал гуси, не знаю, что это такое. Ну, знаете как, пробовать надо.
Я их сюда посадил, в эту клетку, думаю, что пока они освоились. Я потом буду выпускать. У меня тут пастбища хватает, травы хватает. И я думаю, сами будут сюда заходить. Каштанчик у нас отдыхает. Да, Кашташка? Вот каштан в длину сейчас лежит больше 2 метров. Клетка 3. Больше 2 метров лежит длину. Вот вот такая история сегодня утром. Так я привез домой. Тесть, зачем ты их взял? Оно будет тут гадить по двору, кричать. Они хуже собак. Ну, посмотрим. Это же их надо выпускать будет на траву. Пускай освоятся, я думаю. А потом выпускать. Но первые дни буду... Или я, или Богдан, он вечерами пасти. А потом сами. У меня тут выбегать негде им будет. Боря не трогает, у меня ни курей, ни... И их, я думаю, не будут трогать. Уток я уже держал. Уток мне не понравилось держать, не знаю, что. О, начинает уже. Да поставим давно, не ели. А это начинает уже. Катя, 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 Катя. Гуль, 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 гуль. Спросил, какая порода гусей. Он сказал, да тут все породы. Ну, наверное, мешанные какие-то. Я им вкусного наколотил. Да сейчас, я думаю, освоится. Водичку начнут употреблять. Гуль, 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 гуль. Куколка, что ты? Кукляшечка. Гуль, 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 гуль. Каштан, а ты при чем тут гуль, гуль? Боятся еще до воды подойти. Ну, вот такие у нас новшества. Гуся взяли. Кто-то мне когда-то писал, возьми гусей во двор и косить не будешь. Ну, посмотрим. Травы у меня хватает во дворе. Бегать им будет с одно раздолье. Привыкну сами выходить, заходить. Калитку во двор я сделал именно где, ну, наш двор. Это хоздвор, а то есть двор. Они туда не будут ходить гадить, а тут пускай бегают по двору. Я думаю, хуже не будет. Лишним не будет, пускай растут. Грубо говоря, закончил стены зашивать. Немного осталось. Тут я и брус уже покрутил, все покрутил. Осталось только покрутить. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Шесть пролетов. 12 метров. Покрутите, на этом наружка закончена. Именно что касается сарая, времени нету ним заниматься. У меня то одно, то другое, то третье, то пятое, то десятое. То есть, как не одно, так другое. Как не опорос, так забой, как не забой, так еще что-то. Вчера горохом занимались почти целый день. Разносили по разным местам. И значит, по сараю, сейчас вот только у меня появилось время, начал заниматься сараем. И, ну так я смотрю, грубо говоря, несколько дней наперед, если так забегая, то у меня есть время заниматься чисто сараем. Сейчас я докручу эту наружку и буду заниматься пенопластом. Вставлять пенопласт и опять же на пенопласт такой вот утеплитель, а потом профлист. Сарай сам по себе получается экономным, эко-вариант. И затраты на него минимальные. То есть я считаю, это вообще самый-самый дешманский сарай выходит. По затратам все время записываю. Ну, пока ничего такого
сверхъестественного не приобретал на сарай, поэтому ничего не записывал. Там такое, гвозди, саморезы. Я написал, в общем, 1000 гривен и все. И что я подумал? Сюда хотел я пускать брус. Брус 100 на 100 вот сюда. И под этот брус опоры. А сейчас решил, буду ставить опоры, но только через одну. То есть опора будет вот на каждой стойке. Опора через одну стропильную пару, опять опору, а так, без бруса. А брус, который я уже покупал, ну кто знает, он лежит накрытый, 100 на 100 4-метровый, я использую на навес. Буду с него делать навес. Вот здесь навес для забоя. Если так он будет. Где-то, ну, 4 метра, наверное, сюда. Навес. Этот брус я на навес использую. То есть у меня получается уже брус есть на навес. Стропила есть на навес. Надо только докупить шалевку. Шалевку и профлист наверх. То есть на навес тоже, грубо говоря, все есть. Вот так, друзья. Это мне не хватало бруса, вот этот, который посветлее, это я докупал. И брус купил 50 на 50. Вот сюда на фронту мне надо. Ну, вот так. Что у меня с сараем? И с сараем людей не нанимал, работаю сам, поэтому как бы есть время, я подхожу сюда, работаю. Нет время, не подхожу, не работаю. Сейчас время такое, что надо пробивать корма, какие-то там отходы. Вот как я купил гороховые отходы по 2 гривна, как я купил ячмень по 3 гривна, 2 тонны. Поза-поза, прошлогодний, ну хороший. Так само сейчас хочу взять и пшеничных отходов. Поэтому самое главное сейчас, на данный момент, запастись кормами на весь год. И, грубо говоря, корми и не думай, чем кормить, потому что все будет. Здесь я позабивал все бочки. И один биг-бэг. И один биг-бэг у меня, сейчас покажу, в том гараже. Ну, грубо говоря, хороший. Есть какой-то мусор, ну, сказать, что сильно значительно, не скажешь. А так горох. И вот здесь у меня то ячмень лежит. 2 тонны. И вот это вот мешки с горохом сюда сложу. Это в первую очередь их на крупорушку. И биг-бэг. Ну, обычный бэжик. Тоже тут набил горохом. Это то, что буду в первую очередь на крупорушку. А вот куда мне отходы девать, это надо еще подумать. Все бочки у меня забиты. Вот, допустим, это ячменем. Тут в гараже еще бочки есть. Также нутрянку дошью. После нутрянки не пенопластом займусь, а займусь кольцами. Вкину кольцами яму. Потому что все до них руки не доходят. Поставлю тут опору такую. Вот здесь опора у меня тут есть. На 2 опоры перемычку. Повешу тальку 2-тонную у меня. 2- или 3-тонная. И таким образом буду опускать кольца. Потихоньку. И с кормами разберусь. Буду сразу брать кровлю, крышу, профлист. Ну, уже с кормами, когда будут все корма лежать дома, что я уже все не буду переживать, возьму потом кровлю, куплю. И так по холодку, или рано утром, или ранним утром и вечером
будем накрывать крышу. Крышу накрою, потом внутри будет тенек. И можно будет работать в теньку. Сарай мне очень-очень нравится. Вижу, что будет толковый, хороший сарай. То есть даже где-то в глубине души не нарадуюсь, что я начал строить, как бы мне туго не было, начал строить и уже вот такой результат. А можно было думать, та не, не готов я еще, денег нету, не вытяну, не потяну и так дальше. Но нет, взял, начал строить, а главное, что начать, а дальше уже деваться некуда, будешь по-любому заканчивать. Так вот и есть. Вот вот такие, друзья, дела. Фу, так. Ну все, всем пока.